скажи, красавица, чего не нравится, пойми. На баре синие мы танцуем. Минимум гости по каждому. Медуза, мы друзья. Ай, Гучи, Гучи, Луи, Луи, Фенди, Фенди, Пара. Люба! Шо? А ты на дискотеку сегодня идешь? Да, конечно, иду! А ты как там на картошку-то съездила? Да сейчас расскажу! Фенди, Фенди, Пара. Алло. Ну, конечно, сегодня приду в клуб. Какой клуб без меня? Короля. Ой, как же все-таки хорошо, что хотя бы из всех трех наших каналов хотя бы на одном идет такой замечательный сериал. Хай-хай, с вами Мангай, и это... А что я больше посмотрела? Когда ты отрезаешь длинные волосы, то ощущаешь легкость, потом легкий шок, а затем осознание того, что длинные волосы уже не вернуть. Спокойно, спокойно, попробуем сделать хвостик. Ну или косички. Проходят дни, пролетают как... Тоже не вариант. Начинаем искать плюсы коротких волос. Это же прямой путь к экономии шампуня. Окей, с этим справились. Но потом приходит маленькая депрессия, и ты смотришь фотографии длинноволосых баб, впадаешь в истерику, смотришь фотографии лысых мужиков. Ну, в принципе, не так все и плохо, да? Какая разница? Любите себя с любыми волосами, с короткими, с длинными. Я вот сейчас подумала, может мне челку сделать? Девушка, а какой сейчас месяц? Март. Рабочий класс, и у каждого из них есть своя профессия. Вообще-то перед что запятая ставится? Не одеть, а надеть. Здравствуйте, здесь здание здоровья. Именно эти слова вначале пишутся через букву Z, а не S. Вы очень безграмотная личность. У пострадавшей над верхней губой были обнаружены усики. Или, как она заявляет, маленький пушок. Студия. Тебе этот макияж вообще не идет. А что, губ совсем нет? Карандашом нарисовала, да? Ты с этим макияжем на попугая похожа. Ну что я тебе могу сказать? Где сиськи? А жопа вообще где? Как можно жить с такими тонкими губами? Гиалурон, ботокс, силикон. Тебе вообще эти слова о чем-то говорят? Капец, ты жирная. А ты вообще не боишься, что ты с кровати с двух сторон свалишься? Фу, ну тебя и высыпало. Ты вообще свои прыщи держишь. Такая песня классная. А скинь мне ее по экспорту. Тихо, тихо, ты не толкайся. А ты все соединение собьешь. Сколько? $5 в iTunes? Ладно, неделю не поем. Зато в метро будет что слушать. Маечка, кушай тортик, ты же в гостях. Мам, можно? Маечка, кушай тортик, ты же в гостях. Мам, можно? Так, кто пойдет в магазин за сухариками? Чур не я! Кама, ножа, бумажа, три бамжа! Я считаю деньги на столе, где-то нет. Так, девки, закончился винчик. Кто сгоняет? Кама, ножа, бумажа, три бамжа! Блин! Наконец-то весна, 1 марта, а душа требует перемен. Может, мне стрижку поменять, а? Жажда перемен – это всего лишь психологический фактор. Опять ты! Его специфика такова, что... Ой, ой, прости, ты что-то сказала? Такая нудятина. Началось. Классика сквозь века всегда была актуальна. Я рекомендую тебе нарастить волосы и сделать легкие локоны. Сейчас очень модно обесцвечивать волосы и красить их в разные цвета. Мне нравится. Какие розовые волосы? Это же полная безвкусица. Ты хочешь, чтобы на тебя плевались? Кто плеваться будет? Бабушки у подъезда. Да полмира красят себе волосы разными цветами. И как видишь, сухие. Ты ничего не понимаешь в этой жизни. Ты не права. Я все знаю. Я ничего не понимаю. Что сказала Коко Шанель? Сказала. Какая Коко Шанель? А где она?
О-оу, кажется, видео закончилось. Если хочешь узнать, чем все закончилось, присылай этот смайлик в комментарии. Ничего не понимаешь в этой жизни. Ты не права, я все знаю. Ты ничего не понимаешь. Сказала ли Коко Шанель? Сказала. Ну, какая Коко Шанель? А где она? Это все из-за тебя. Если она придет лысая, я не знаю, что я с тобой сделаю. А если она придет с такой же прической, как и ты? Девочки, не ссорьтесь. Я уже сделала прическу. Снимай. Я подровняла кончики. Ну как? И на тебя я потратила лучшие годы своей жизни. Значит, кончики, да? Пойдем выпьем. Ну вы чего? Начало-то положено. Ой, прости, я опоздала. А какие тебе нравятся девушки? Мне нравятся умные, скромные, начитанные девушки. А хотя нет, мне нравятся сексуальные горячие тёлочки. Стоп, нет, девушки с татуировками на лице, это реально круто. А, нет, мне нравятся лысые с выбритыми бровями. Знаешь что? Пошел в жопу! Давай мириться. Мирись, мирись, мирись и больше не дерись. Говоришь на меня, переводишь на себя. Переводки не мои, переводки все твои. По просторам. Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. Ну, я тоже хочу с ним поиграться. Ну, ты и жадина. Жадина, говядина, соленый огурец. Майя, ты знаешь слово «ссылка»? Я все твоей маме расскажу, ты матекаешься. Тетя Наташа, а Маша выйдет? Дима, вынеси водички, а то если я зайду, меня мама потом не выпустит. Сидел петух на лавочке. Раз, два, три, командиром будешь ты. Мама, я такой стишок выучила. Вышел заяц на крыльцо почесать свое... Май, дай сухарики. А ты мне что-нибудь давала? Ну дай. Ну ладно. День я уже в инсте 2 недели не сидела. Ну для инстаграма это целая вечность. Ну, а где гифки? Смотри, как прикольно. Давай тоже такое снимем. Я еще ни у кого такого не видел. Ну, конечно. Ты же первая. Девушка, здесь нельзя танцевать. А тем более танцевать такую дичь. Карма за бич. Чарли ничего. Мамбасят, браво. Мамбасят, браво.